вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с наступлением долгожданной весны. И в преддверии 8 марта сегодня мы с вами посмотрим новинки каталога номер 4. Это потрясающий классный каталог. И особенно он меня порадовал тем, что вышла новинка по уходу за лицом. И я уверена, что для любой женщины важно, как она выглядит. Независимо от возраста, независимо от времени года, всегда хочется, чтобы кожа сияла, чтобы не было мимических морщинок, не было усталости, да, чтобы кожа была розовая, яркая, привлекательная. И совсем недавно у нас вышла серия Novage Ultimate Lift. Я с ней уже познакомилась, прошла целый курс и получила просто потрясающие результаты. А в каталоге номер 4 нас компания радует новой серией. Это Novage Экологен. Полная серия, которая содержит гель для умывания, тоник для лица, который обязательно использовать нужно вместе. Это потрясающая сыворотка, шикарная сыворотка и два крема день и ночь, которые нам важны для того, чтобы кожа получала и питание, и витамины, все в необходимой степени. И, конечно же, есть еще крем для век. К сожалению, он тут не представлен. Но что мне очень в нем нравится, что этот крем с металлическим шариком. То есть, когда вы начинаете наносить его, то через шарик небольшая порция крема попадает на кожу, и этим шариком вы его раскатываете. Несмотря на то, что шарик холодный, кожа как будто бы получает такой вот массаж, охлаждение, и удаляются отеки, и кожа разглаживается. Серия просто потрясающая, я рекомендую вам ее обязательно попробовать. Что очень важно для нас, это руки, для женщин, да, руки, шея, бюст, животик, и вышло два новых средства. Одно из них это крем для рук с ароматом цитрусовых. Этот крем, чем он мне понравился, он с ультрафильтрами. То есть он будет защищать кожу рук во время того, как вы находитесь на улице. Я его уже попробовала, какие у меня ощущения. Вы знаете, поразительная гладкость. Просто я ни от одного крема, вот все кремы шикарные в Oriflame, я их просто обожаю, но ни один не давал такого ощущения. Просто я его нанесла и сказала: вау, вот это крем! Кожа очень гладкая, такая вот ухоженная, приятная на ощупь, поэтому я себе обязательно выпишу и вам тоже рекомендую. Следующая новинка, посмотрите, такой тюбик с острым носиком. Это крем для бюста и животика, чтобы кожа была подтянутая, в тонусе, очень привлекательная. И я рекомендую, конечно же, использовать его каждый день. Если вы хотите получить классный результат, то вообще, в принципе, ухаживать нужно каждый день. Если вы пропускаете, то, конечно же, от этого никому хорошо не будет. И обратите внимание, что у нас к этому лосьону для бюста и живота есть массажер. Я рекомендую его приобрести. Массажером я уже пользуюсь давно. Мне очень нравится. Это именно массажер для груди. То есть здесь специальные такие ролики расположены, цветообразные, да, чтобы делать массаж груди. Это очень важно для женщины. И когда вы нанесете лосьон, то можно сверху еще, да, промассировать грудь таким массажером. Мне штучка очень понравилась. Так, следующая новинка, но раз уж мы говорим о коже, то для нас это очень важная вещь, особенно в преддверии лета, отдыха, пляжного сезона. Это новая тональная основа, ультрастойкая. В чем ее фишка, вот, что мне больше всего понравилось, то что она не течет в воде. То есть мы можем с вами, девочки, спокойно нырять, купаться, загорать, и при этом у нас лицо будет прекрасно выглядеть, да, все будет просто потрясающе, потому что на пляже тоже хочется быть красоткой, правда ведь? Вот я попробовала тоже этот крем на руке, пока еще на лице не пробовала, ощущение моментально впиталось, и гладкое-гладкое, то есть я так почувствовала уже, что не нужно будет даже пудры сверху наносить. Великолепный такой вот тюбик 30 мл. Идет, кстати, в каталоге, обратите внимание, по прекрасной акции. Обязательно себя побалуйте таким кремом. И мои любимчики. Наконец-то, я это даже сказала, что это сенсация. Это сенсация. Это вот такие вот шикарные, золотые, просто роскошные помады. В чем фишка? В Джордане помад много.
И помады все очень красивые. В чем фишка этих помад? Их всего 9 штук. Всего 9 оттенков. Во-первых, да, удивительный футляр. Юбочка такая. И все эти помады матовые. Ура! Наконец-то! Мы так долго этого ждали, чтобы у нас вышла серия матовых помад. Оттенки все просто потрясающие. И теперь послушайте, какой звук она издает. Такой дорогой, шикарный щелчок. Просто потрясающая штучка в косметичке должна быть просто у каждой девушки. Ну и сейчас мы говорим о теме золота. Обратите внимание, какой на мне потрясающий комплект. Это браслет, кольцо, ожерелье и серьги. Вы знаете, когда я увидела в каталоге, сначала у меня это не произвело впечатление, но сейчас, когда я это одела на себя, и я в этом уже нахожусь и чувствую, как оно на мне лежит, мне настолько комфортно и уютно в этом комплекте, что я просто его хочу себе, безумно хочу себе. Очень красиво смотрится, богато, честно, даже не ожидала, что будет хорошо смотреться с этим нарядом. Подойдет, мне кажется, под любую вещь, под блузку, на платье, на водолазку одеть, будет очень красиво. Выглядит как золото, матовое золото. То есть я бы, в принципе, вот, если я не знала, что это не золотое украшение, я бы не отличила. Очень красиво сделано, очень чисто выполнено. Вот вся работа, бабочки, цветочки, все вот эти стразики, жемчужинки такие маленькие-маленькие, красивые. Безумно красивый набор. Я рекомендую, если хотите себя побаловать, то выберите именно этот комплект. Классный. Ну и дополнить наш гардероб нам поможет сумка. Новый комплект, это сумка, но она не белая, скорее это сливочный такой цвет с легким таким оттенком кремовым. Сумка очень оригинально сделана, она скомбинирована с черным цветом, то есть ремешок черный. Ремешок у нас может регулироваться, сбоку увидеть такую пряжку, а сзади, что очень радует, есть карман на молнии. Есть карман на клапане спереди. Обожаю, когда много карманов, чтобы всякие мелочи разложить по местам. И клеп на клепке. Сумка не на замке, она на клепке. Внутри, как правило, это кармашек. Кармашек на замке. И два отделения под всякие мелочи. Очень круто. Вот, посмотрите, размер сумки, вот если сравнивать с каталогом, вот так вот я приложу каталог, получается где-то полтора каталога в длину, а в высоту как раз у нас укладывается каталог, если вы планируете, да, с собой носить каталоги. Очень удобно, очень классно. Красивая сумочка, к ней в комплект идет кошелек. Выполнен он по дизайну, как и сумка, то есть комбинация с черным, это молния, и спереди карман для мелочи на клепке. Кошелек на молнии. Внутри очень много отделений. Есть отделение для мелких денег, для крупных, для визиток отсеки и разные потайные кармашки. Очень удобный, такой пухленький, поместится все ваши кредиточки, денежки и так далее. И дополнит комплект сумкой. Это светлый, очень красивый зонт. Скоро весна, сезон дождей, поэтому нужно запасаться новым зонтом, красивым, стильным таким брендом. Дизайн павлинье перо. Павлинье перо. Смотрите, как красиво. Очень красивый зонт. Внизу шар очень удобно держать, просто так вот, как раз по форме ладошки. Он очень уютный, как раз для одной себя. И что мне очень понравилось, то что он маленький. Очень легкий и маленький. Я люблю такие зонтики, чтобы они не напрягали. То есть мы его складываем, убираем в чехольчик. И он даже не займет много места в сумочке. Все, порядок. Смотрите, какой маленький, шикарный. Даже сравню с каталогом. То есть если мы его приложим к каталогу, то он получается чуть-чуть длиннее каталога. Также по аксессуарам у нас есть, будет еще один комплект в каталоге номер 4. Такого приглушенного фиолетового сливового цвета. Даже такой цвет богатый, очень красивый. Это ремень. Что мне понравилось в этом ремне, он длинный.
И нету специальных дырочек, то есть он будет одеваться вот на такие вот застежки. Да, то есть через застежки и с фиксатором закрепляется хвостик ремня. И точно такая же сумка. У меня ее, к сожалению, нет. Сумка из такого же материала. Я просто тут хочу сказать, что по ремню даже уже понятно, насколько это мягкая вещь, очень качественная. Я бы не отличила от кожи. То есть, если бы я не знала, что это не кожаная вещь, я бы не отличила. Очень шикарный комплект. Я вот себе планирую его приобрести. И также у нас вышла еще одна новинка, которая нам очень с вами пригодится, как раз когда вот такой переходный погодный период идет, когда уже в пальто жарко, а в кофте и в блузке еще холодно, и непонятно, как одеваться. И вот такой прекрасный палантин, который можно наносить как шарф, как пончо одевать. Я вам сейчас покажу, у него есть пуговка, где-то замаскирована, да, вот пуговица. То есть есть пуговка и есть специальная петелька, куда пуговка эта вставляется, да? То есть вы вот его накидываете себе на плечи, застегиваете, и очень тепленькая вещь. Я думаю, что зимой это будет прекрасным шарфом под шубку, а вот на весну вы просто можете так накинуть, как накидку, и по бокам у вас как бы руки, спинка закрыта, животик закрытый, тоже очень комфортная вещь, по качеству мягкая, теплая, очень такой плотненький материальчик. Станет жарко, вы можете его скинуть. Да, станет прохладно, вы можете его опять на себя одеть. Очень удобно брать в дорогу, когда вы не знаете, какая будет погода, а эта штучка вас точно согреет и спасет от холодных ветров. Ну и, конечно же, мы не забываем об ароматах. Совсем недавно у нас вышел обновленный парфюм Giordani Gold, и в этом каталоге к нему в дополнение, чтобы дополнить аромат полностью, чтобы он не перекликался с другими, это шариковый дезодорант и дезодорант-спрей. Тоже красиво очень сделано, матовое золото, очень круто смотрится, прекрасный аромат. Если вы его любите, то вам будет как плюсом еще такие вот классные новинки. Осталось два парфюма, они выполнены на таком дизайне. У нас есть такие же мужские два аромата, Collections, и два женских. Потрясающий аромат. Один я про него вам расскажу. Это аромат сирени. Девочки, если вы давно ищете аромат сирени, то вы его нашли. Просто чуть-чуть подождите, скоро эта новинка выйдет уже в каталогах, и вы сможете себя порадовать новым потрясающим ароматом. Второй аромат, он такой более свежий, более легкий, воздушный. Поэтому ждем новинок, будем себя баловать, как всегда, чтобы нравиться себе и нашим мужчинам. И для наших мужчин новинка – это необыкновенный аромат Happy Dizziak. Happy – это счастливый. Да? Вот флакон меня просто порадовал. Такого дизайна я никогда еще в Oriflame не видела. Обычно такие флаконы все какие-то строгие, четкие. Это такой необыкновенный, он похож на лист зеленый. Вызывает потрясающее настроение, пахнет просто классно. Мы уже опробовали на Мише, он очень свежий, он такой зеленый аромат, он просто бодрящий, восхитительный, он вдохновляющий, действительно создает потрясающее настроение. И обратите внимание тоже с распылителем. То есть шикарный парфюм для мужчин. Очень удобно лежит в ладошке. То есть его прям даже не хочется выпускать. Классная штука. Я думаю, наши мужчины оценят этот подарок на весну. И осталось у нас с вами два предмета. Это шапочка для купания. Честно, я даже не ожидала, что она такого прекрасного качества. До этого шапочки, которые я покупала в магазинах, они были как-то из клееночки, быстро рвались, портились и выходили из строя. Эта же шапочка из ткани, непромокаемой, тонкая, то есть ее можно так вот сжать в кулачок. И самое главное, что ее можно постирать в стиральной машинке. Очень здорово, она вам долго прослужит, очень красивые цвета, сиреневый такой, светло-сиреневый, просто прелесть. И бомба, еще одна бомба, это косметичка, посмотрите, какая она красивая. Во-первых, это расцветка маки, маки просто, уже, да, пахнет летом, начало лета. Косметичка на молнии,
красивой кисточкой на замочке. Очень вместительная, такая плотная, красивая ткань, легкая тоже в уходе, в стирке. Она очень легенькая, и она не будет занимать много мест в сумочке. То есть ее можно как и набить битком, взять дорогу, так и положить несколько предметов, она, да, будет прекрасно поместиться в любом отсеке вашей сумочки. Очень красивая, вот честно, прям меня вдохновила эта расцветка. И такой дизайн красивый, классный. Вот, я очень довольна нашими новинками в каталоге. И хочу обратить ваше внимание в каталоге на последней страничке. Когда вы сделаете уже полностью заказ, посмотрите на спецпредложение. То есть, если сумма вашего заказа составит 3190 рублей, то вы целый набор, которым вот в состав входит крем-алоэ, гель для душа, дезодорант, интимный гель и крем для рук, вот целый набор вам выйдет всего за 399 рублей. Просто подумайте, насколько это выгодное предложение. Я обязательно себе закажу такой набор. И на последней страничке тоже уникальное предложение. Любой лак из серии Zwan за 99 рублей. Такого предложения еще у нас не было ни разу. По поводу лаков, что я могу сказать? Они стойкие, они очень быстро сохнут. Достаточно одного покрытия, чтобы никаких вот следов, ни разводов, ни полосочек. Сколько раз я вот заходила в салон красоты, и мне предлагали сделать маникюр. Я говорю, я делаю сама, показывала свои ногти, и всегда было удивление. Ну, то есть они не верили, специалисты, что это обычный лак. Все думали, что это ши-лак или гель-лак. Он действительно лежит очень красиво, растекается такой целой каплей равномерной. Просто потрясающие оттенки. Вы можете себе под любой наряд выбрать любой оттенок, и будете всегда, знаете, как в прекрасном настроении, потому что эти лайки действительно создают классное настроение. На этом наш обзор закончен. Спасибо вам огромное за внимание. Я вам желаю приятных покупок, чтобы каждая покупка в Oriflame была для вас праздником. Счастливой весны, потрясающего настроения вам всегда. И с наступающим 8 марта. До встречи. Пока-пока.